Парный прогон. А сейчас мы попросим нашего большого друга Диму До запустить пленочку, пожалуйста. Ничего. И если хочешь стать красивее еще, возьми мне Джека, два по сто. Когда свобода стоит той единственной любви, когда дороже дома уличные псы. Твое счастье плачет, ночью выключая свет. Молись, как можешь, о себе. Вот так вот. А вы думали? Ну ладно. Прямо сейчас. И только для вас. Еще одна песня о любви. Пообщаться просто так. И можно вот без этого всего. А я обычно пьяный и смеюсь. И думаю, наверное, обойдалось без этого общения всего. Прости, реально лезть с тобою, просто по***ться, Оля. Скажи,
нравится ты мне умным, интересным, не таким, как все. Просто пообщаться хочется с тобой. Прости, но ты мне кажешься прекрасной тёлкой с чёткой жопой, отвечаю я. Эй! Просто по***ться хочется с тобой. Андрей Бухарин! Знаешь, Сид, на самом деле ты же пират старой школы. Это точно. И я знаю, что ты любишь, как это полагалось, в классическую эпоху рок-музыки, в великие времена, каждый год или, ну, два года выпускать альбом. И насколько я знаю, что ты сейчас уже записал пластинку, готовишь ее к выходу, и в течение месяца ты ее выпустишь. Так вот и есть. Скажи мне, а нафига ты это делаешь? Сейчас, когда все равно все скачают из интернета, все равно, вот знаешь, как умные люди делают, одну песню напишут хит, отдадут на радио, она начнет крутиться, и все, человек катается. Альбом-то зачем писать? Деньги вкладывать, усилия? Мы сами не знаем ответа на этот вопрос, за исключением, наверное, того самого момента, который ты упомянул в самом начале своего монолога о том, что действительно, ну просто мы так привыкли, нам так приятно, нам так интересно, нам так хочется, чтобы дальше продолжалось. Есть еще один момент. Звезды до сих пор продолжают выпускать пластинки. Rolling Stones продолжают выпускать пластинки. YouTube продолжают выпускать пластинки. AC/DC и все. А мы типа AC/DC. Я хочу быть типа AC/DC. Я хочу быть типа Motorhead. Они типа вот этих вот. И как тут сказал Александр Эвскляр, я по их правилам играть не буду. Но, тем не менее, но интернет все равно сожрет всех. Естественно. Компьютеры сожрут всех. Ну. Естественно. Но пока у нас, скажем так, мы не подыхаем с голоду прямо на этом месте. Нам бы очень хотелось бы, чтобы у нас было чуть-чуть побольше денежек. Ну, не кайфово там, типа, например, в 35 лет с телевизионной рожей передвигаться на метрополитене. Но я не жалуюсь. А приходится. Ну, как не то, что приходится, я так живу. Вот, но... Речь не об этом. Пока мы не ложимся и не подыхаем от голода, да, мы, наверное, будем все равно продолжать записывать пластинки в хороших студиях, сводить их в Англиях и выпускать на компактных дисках. Ну просто потому, что мне нравится, когда я звучу на фонограмме хорошо. Пацанам нравится. Но ведь интернет сейчас — это прекрасный простор для молодых артистов. И все, не только можно, для молодых. Да, и можно записываться из разных стран, с разных континентов, делать один трек, все это выкладывать, продвигать себя. Ну, будущее за этим, наверное. Конечно, будущее за этим. А музыкальная индустрия, которая совсем еще недавно, 5 лет назад, ассоциировалась там с 5 мейджорами в первую очередь, да, вдруг оказалась почти на 80% DIY. Мейджоры умрут, и никто не будет покупать пластинки очень скоро. И аж ты что, окажется, что тараканы сами себе рекорд-лейбл. А наш сайт — это сам себе, там, я не знаю чего, магазин, да, там, и так далее.
Ты знаешь, что, ну, у меня на самом деле есть свои такие скептические соображения на этот счет, но я не буду их озвучивать. Закончим на оптимистичной ноте. Безграничные возможности для молодых артистов. И для старых тоже, на самом-то деле. И тараканы продолжат. Это также вещица, которую мы готовим к выпуску на альбоме «Бой да дыр». Она уже звучит кое-где. Вот. Если мы готовы, я мог бы тогда объявить название этой вещицы. Она называется «То, что не убивает тебя».
место, тогда я буду жить. Сид, еще немножко поговорим. Ну да, почему бы и не поточить лясы чуть-чуть, раз уж мы здесь смотри, сегодня все собрались. Знаешь, о чем с тобой хотел поговорить? Вот у меня в журнале Rolling Stone есть такая специальная рубрика, которая называется «Пограничная зона». Точно, так она и называется. Я там обозреваю всякий экстремальный помрак. Вот, ну, что называется, такой музыка пограничных состояний, ну, которую да. Никакой нормальный человек слушать не станет. В общем, пользуется она таким культовым успехом. Я вот даже сейчас пластинку буду выпускать с участниками этой рубрики. Но на самом деле так случилось, что я перестал эту музыку слушать. То есть я стал слушать более позитивную музыку. Ну, что я под позитивной понимаю, это бодрый, энергичный, жизнеутверждающий рок. Under my thumb. Вот. И что, да, и что мне делать, интересно, теперь мне надо писать, а мне это уже не интересно. А вот ты сам не чувствуешь, как это называется, пленник формата. Что касается меня, я честно тебе скажу. Не могу пока что представить ну, вот, себя, который вдруг разлюбил ракешник. Вот честно, ну в любом случае я всегда останусь меломаном, который любит ну вот это все GGG, да? Даже если я перестану любить выходить на сцену. Слушать эту музыку я не разлюблю, как мне кажется. А что касается вот этой стороны вопроса, это же важнее, да, наверное? Любить и выходить на сцену или выходить на сцену, несмотря на то, что уже не любишь, да? Ты об этом, скорее всего. Ну да, но все-таки понимаешь, я еще о том, что панк-рок же сейчас, ну нельзя же назвать какой-то революционной силой, какой он был тогда, когда мы его впервые с тобой услышали. Но... Это же такой канон, это вот строго очерченный стиль, как какой-нибудь классический рок-н-ролл, как блюз, как там хард-рок, который, то есть приходится работать в рамках канона, просто стараться все время делать это все лучше. И лучше, да? А что касается канона, ты абсолютно прав. Я вообще к этой музыке относился как к чему-то, что скоро приведет нас всех к полному воцарению анархии, только первые годы, 2-3, когда я ей увлекался. Потом я все понял, да, как бы это рок-н-ролл, который просто сохраняет нас молодыми и частично стройными как можно дольше. Ну... Так что вот, и, блин, что, если хочешь одного быть здоров, фигач рок-н-ролл, вот. А если не хочешь, ну, что делать, значит? Я просто к тому, что интерес сохраняется, пока ты уверен в том, что где-то здесь еще есть что-то свежее, да? Даже пускай это свежее, эти Rolling Stone в своей Англии в 67-м году уже и так, и сяк, и через жопу. А я еще не наковырял. Мой Rolling Stones еще не наковырялся. Так что так как-то, я думаю. Ну что же, Сид, я желаю тебе на самом деле сил, успехов на именно рок-н-ролльном поприще. Продолжай в том же духе. И на самом деле насчет этого вот 15-го или 17-го альбома, вот как только будет уже совсем готов, приходи ко мне в программу в «Уроке русского» на Радио Максимум. Будем слушать песни и еще раз поболтаем. Да. А вы, пацаны и девчонки, если вам интересно будет послушать такой эфир, следите, в общем-то, за анонсами на Радио Максимум, следите за анонсами на нашем сайте. Мы обязательно вам дадим знать об этом заранее. Большое спасибо. Да, спасибо всем. Rebel Yell! My door.
last night a little dancer. She can pump it on the floor. She said, oh, come on, baby, I've got a license for love. And if it takes spiders, pray help from above. Because in the midnight time, she cried, «Парный прогон». Ну что, жители и зрители, это была программа «Парный прогон», которую я буду продолжать ведь, Михаил, до тех пор, пока тебе это кажется смешным. В гостях у нас сегодня была группа «Тараканы» и Андрей Бухарин. А вот это Sony Ericsson W995. Уже пойди в ближайший салон связи и купи его себе. Увидимся на следующей неделе. Новый телефон W995 Walkman. Почувствуй энергию звука.